Итак, значит, хочу потушить чек легальным способом. Заказал, значит, датчик детонации. Были, значит, варианты разные по датчикам детонации. Оригинал был дороже существенно. БУшка была там от 500 рублей, ну, от 600, кажется, но там непонятно, подходит или нет. Соответственно, я приобрел вот такой вот оригинальный Mitsubishi японский датчик детонации, который подходит. Я нарыл на форумах, то есть в интернете. Оригинальный Mitsubishi, то есть все написано здесь, как положено. Находится он где-то, хрен пойми где, где-то вон там. Начну с воздухана и здесь постепенно все разберу. Покажу, что из этого вышло. Вон, кстати, перчатка потеряна. Да, тут галактика, блин, немного в опасности. О, она вся, он едет. Блин, надо как-то этот лед вытащить отсюда нафиг. Столько забот. Так, ну вот, все болты, гаечки я отсоединил. Соответственно, вот она у нас закачалась, зашаталась. Мне нужно просто отодвинуть эту как-то систему всю, подвесить на чего-то. Ну, то есть, отсоединю сейчас, да, вот фишки те, которые непосредственно будут мешать, да, каким-то моим действиям. Остальное все я хочу оставить. В мануале там было типа слейте антифриз. Я такой, на слове слейте антифриз что-то приуныл. Но вроде как я отсоединил. Антифриз не льется, самослив не происходит. Кстати, болт вот этот не вытащился. Вот видите, он остался. И он, я не знаю, как он вытащится вообще. В общем, он уперся вот сюда, этот болт. А эту штуку, это у нас что, куда идет? Здесь у нас трубка гидроусилителя, по-моему. Да, я не хочу ее откручивать. Короче, друзья, мне уже не так весело. Посмотрите, почему. Отсоединил, значит, фишки от катушек, от форсунок, центральную фишку. Эту фишку, ну, в общем, все фишки подсоединял. Шланчики вот эти все подсоединял. Раз, два, третий где-то был. Вот этот, вот он третий. Надеюсь, все это подключу назад. Фишки, опять же, должны быть с защитой от дурака. То есть, ни туда не подключишь. По идее, дроссельная... Ой, это, что ее все с заслонкой? По идее, впускной коллектор у меня уже вот начал хорошо так двигаться. Вот можно впускной коллектор поплотнее, так сказать, рассмотреть. Но на самом деле дальше мне пока не нужно продвигаться в разборке. Здесь вообще мешает вот эта коса сейчас больше всего. Здесь вот какой-то разъем непонятный. Да, это просто одноконтактный. Блин. Сейчас, значит, буду пытаться подлезть. Там разъемчик простой, ключ на 10, все просто. Ну вот находится в таком месте, как бы не знаю сказать, неудобно. Но с другой стороны, видимо, нигде больше, негде больше было размещать. Короче, добрался туда. Ключик подходит только гаечный, вот накидной подобрал, и коротенький самый. Все, я как бы все удобно, более-менее подлезть. Не откручивается собака. Рычага не хватает. Ну и здоровьишко тоже. Сейчас буду думать, как тянуть еще. Так, значит, следующим этапом... О, батарейка. Итак, не знаю, значит, на каком моменте батарейка села. Значит, я снял площадку для аккумулятора, которая мешала коллектор нормально пододвинуть, потому что она слишком большая. И вот обратите внимание, здесь P-образное такое еще крепление, то есть не надо крючком поддевать туда постоянно. Как говорится, доступ уже вот намного лучше. Тут маленький антифриз потек, значит, вот с этого шланчика совсем чуть-чуть, вот видите, генератор намочило, я его поднял, и все, на этом все закончилось. Вон там можно в мотор заглянуть более подробно. Но нам это не нужно. Нам нужно поменять этот гребаный датчик. Я смотрю, здесь изолентой он подмотано. Блин, я надеюсь, здесь не тупо обрыв, а реально этот датчик сломанный. Я его поменяю, и у меня чек исчезнет. И вообще, по отзывам, я про этот датчик
все пишут, что он в таком месте, где горячий двигатель, что его заливает там смолой, что он весь вытекает. Здесь что-то я такого не наблюдаю, чтобы он был вытекший у меня. Нормальный целый датчик. Да, блин. Не верю я, конечно, что его нельзя было вывести. Он просто, то есть здесь он крепится, просто его прикрутить можно было чуть подлиннее провод сделать и прикрутить где-нибудь сверху. Не так ли? А, братцы. Россия! Россия, парни, щедрая душа! Когда вкладываешь душу в работу, хочется петь. Россия, щедрая душа. Так, ну что, сравниваем наши датчики. Значит, здесь Россия, здесь получается у нас какой-то вот разъемчик, который типа можно, поди еще это все дело и разобрать. Да. Здесь вот изоленточка подмотана, видимо, вот к родной фишке здесь примотали русский датчик. И я, соответственно, вот такой умный, вот с этим японским датчиком Mitsubishi. Ну, кстати, там были дублевые всякие разные датчики детонации, но прям колоссальной разницы в цене там я не увидел между Mitsubishi и Япония и чем-то другим. Фишки у нас идентичны. Ну все, сейчас ставлю датчик и надеюсь, что поможет, значит, моя замена, и чек пропадет, и, возможно, расход уменьшится, динамика увеличится. Ой, не знаю, и продастся машина наконец-то, потому что по машине вообще не звонят. Вообще, хотя она самая дешевая, 2.4, 2008 год, автомат, полный привод, самая дешевая в городе, вообще как будто заворожили, как будто заколдованная какая-то. Просто нет звонков. Ну, собственно, вот, можно зафиксировать момент. Болт, значит, на месте, все на месте, прикручено, все на посадочных местах. И сейчас, после того, как я вот этот листик удалю, я попытаюсь это все собрать в обратном порядке. Позвони мне, позвони. Ой, горе-перекуп. Итак, в процессе ремонта внезапно стало понятно, что, в общем, сливная гайка крутится от руки. Ну и уже так, подоткрученная, короче. Вот, пришлось снять защиту, потому что сверху никак не мог подлезть. Сейчас здесь буду затягивать, какую-нибудь конструкцию придумаю. Хо-хо-хо! Здесь вон заварочка, пацаны. А-а-а! Так она неспроста откручена-то. Она, походу, не затягивается или что-то. Ну блин, ну я не могу поверить, что ее взяли и вот так просто не взяли, не стали затягивать. После всех вот работ сварочных. Ее, походу, нельзя затягивать или что-нибудь типа такого. Ну взяли бы хоть на герметик посадили на какой-нибудь. Типа, как, знаете, сантехгель есть. Что-нибудь типа такого. И, ну и хотя, может быть, учитывая некоторые проблемы этой машины, которые решались там на раз-два, да? Может быть, действительно просто не затянули или что, или от вибрации открутилось. Ну что, я сейчас подтяну, ну и надо уровень будет долить. Все это, ребята, знали продавцы. Вот так, значит, да? Да, в гараже около нуля все равно вся коса такая полудубовая какая-то. Катушечки есть. Так, эту фишечку вставил, это потом вставится, вставил. Здесь потом закручу, когда уже здесь гофру эту одену. Здесь. Но тоже можно потом закрутить, когда я ее одену. Блин, как бы ничего не забыть. Сам коллектор притянуть, в принципе, уже надо. И все. И дальше продолжаем. Пока что у меня получается. Так, машинку нашли. Сейчас прочитаем. А, ну аккум отключен был, наверное. Ошибка скинулась. Все, сейчас заводим и смотрим, что у нас получилось. О! Ну это поморгает каждый раз после отключения аккумулятора, она моргает, потом перестает. Самое главное это, ребят, чека нету. Чек загорался, вот скинешь чек, заглушишь, заведешь, сразу загорался. Русский датчик детонации удалили из системы, внедрили японский, и все. Форумский норматив я опять не уложился. Там все же это делают за полчаса с пивом там или с перекурами. Я
полдня я уезжал тут на 2 часа по делам. Ну, по сути, вот с 3 часов до сейчас вот 11:30. Зато ничего не сломало, лишнего болтика ни одного не осталось. Вот, посмотрите. Все собрано. Все чики-пики. Все на месте, ничего не отваливается. Это не может не радовать.